закрыты до утра без войны в тишине. Нет, тяжелые сны мне не снятся, как им снится, когда я не сплю. Да и мысли привык не бояться, я их знаю и перетерплю. Не политик я и не философ, ни пассивных не ставлю задач. На десятки проклятых вопросов все равно не отвечу, хоть плачь. Почему же не сплю и маячу у раскрытого настежь окна? Почему же я все-таки плачу без причины, без мысли, без сна? Потому ли, что жив, потому ли, что на самом закате войны я на аэродроме в Кабуле видел в Мондуле мирные сны. На войне засыпал, как убитый, правда, мало я спал на войне. Почему же глаза не закрыты до утра без войны в тишине?